Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Совсем недавно у нас была такая большая контрольная закупка оружия. Купили много стволов и приехали все это разгружать ко мне домой. Но тут неожиданно внезапно со всех сторон нагрянули копы. Получилась довольно-таки неприятная ситуация. Отбой, отбой, отбой. Гражданин, вы задержаны за хранение нелегального вооружения. Открывай дом. А что, там дом есть еще? Задержите его, пожалуйста, сейчас дом проверяю. Так, гражданин, открывайте дверь. Гражданин, работает полиция, гражданин. Ты кто? У нас люди с оружием в доме закрылись. Закрывай дома, закрывай. Это мой дом, мазафака. Открывайте дверь. Пошел нахер! Гражданин, откройте дверь! Зачем? Бесполезно. Будем хотя бы на поражение сегодня, откройте дверь, быстро. У меня бронированная дверь. Гражданин, мы сейчас ее выломаем. Не пойду я никуда, блин. Если мы вас положим в огонь, то вам будет очень плохо, вы понимаете? Гражданин, выходите. Мне и так не очень хорошо. Гражданин, выходите с поднятыми руками, откройте дверь. Зачем мне выходить? Что вы хотите? Гражданин, сейчас мы устроим дом без ордера и все вынесем сами. Либо вы пойдете навстречу. И мы обойдемся малыми жертвами. Вы не идете навстречу, так что я стою здесь. Товарищ мент, как-то раз я послушал... Кроу Родригес, кадет. Как-то раз я послушал одного мудака, который был в полиции, очень сильно пожалел об этом. Я больше не буду этого повторять. Я не мудак, я кадет Родригес. Я за свои слова отвечаю, понимаете? Если вы посодействуете, то мы вам поможем, понимаете? Мы готовы вам помочь. Вот они так же говорили, да-да, блин, мудаки эти. Смотрите, сейчас будем применять силу, значит, понимаете? Ну, походу, придется применять силу, вот. Походу, так и будет. Гражданин. Добро пожаловать ко мне домой. В конечном итоге все мое оружие полиция конфисковала. И на следующий день мы решили устроить для них такую небольшую ловушку. Сделать примерно все то же самое, только в этот раз это была большая приманка. Якобы мы загружаем оружие в пустой дом. Мы надеялись, что они приедут, но мы будем готовы их встретить уже с жилетом смертника. К вам поехали, к вам поехали. Там много, по-моему, машин, две точки. Хорошо. Нет, какого черта вы опять приехали сюда? Входим с поднятыми руками. Нет! Да, сопротивление бесполезно. Какой шторм, блин? Хорошая погода. Обходит. Граждане, сдаемся. Что вы хотите на этот раз? Давайте. Вы опять хотите пушки? Граната! Какая граната, блядь? Нашли. Ты что делаешь? Гражданин, выходим с поднятыми руками. Ага, вы меня посадите в тюрьму. Открывайте руки, поднимайте. Не стреляй в двери, дурак, блин. Мы биткоин-ферму ваши сломаем, гражданин. Мы сейчас сломаем все видеокарты ваши, которые там есть. Хорошо, хорошо, ладно. Дайте мне минуту подумать. Никакой минуты. В случае сопротивления будем сейчас взламывать вашу дверь. Вы только не стреляете, окей? Мы будем стрелять. Не, ага, тогда зачем мне дверь открывать, если будете стрелять? Не, мне если вы не откроете, мы будем дверь. Стрелять уже. Так, а вы не будете обыскивать дверь, мой дом, не да? Мы будем стрелять. Открывайте дверь. Вы выходите к нам. Хорошо, я открываю дверь, я не стреляю. Сюрприз. Стоять, руки подняли! Руки! Руки вверх! Руки поднимай! Дурак, сейчас взорвешься! Дурак, руки! В конечном итоге ни хрена не получилось, кто-то из сотрудников полиции открыл огонь, и в итоге весь дом вместе с нами и полицейским департаментом взлетел на воздух. Жох не бы к стоне. Лох. Yeah! Yes.
останавливаемся, останавливаемся, даже не останавливаемся. Да это... Гражданин задержан, что не подчинение. Сука, я только пришел, уже резиденция нет. Да хочешь поработать за... Спроси у Джонни Бокстон. Бок, давай, скажи. Чё, блядь, тебе надо, Блэк? А чё вы делаете здесь? Да мой друг, я знаю. Мы? Точно? А ну, козлы проебаные, вылазим нахуй, ебало сейчас бить буду. Раз. Это твой друг? Друг? Два, блядь. Нет. Три, блядь, вышел. Так, ну чё? Так. Документы ваши. Хемстон, ну ты какие-то эти... Несерьёзные вообще люди. Твою, блядь, слышишь, блядь? Вообще не серьезно. Все, ебать. Нема, скажи этому, что ты нас ждут. Пошел нахуй, моя машина, блядь. До свидания, ебать. Он его не перебьет, блядь. Да он не перебьет, передайте ему. Подождите, он сейчас привезет. Там где дом, где очень много. Слушай, сейчас отдай ему тачку, блядь. У них дело какое-то, блядь, на дохуя денег. Ну хуй его знает, чего они предлагают. Давайте рассказывайте, что за дело. Машинство. Слушай, это не его случай, блядь. Отвал, блядь, пиздуйте отсюда, нахуй. Чё, дыранули меня, мужики, блядь. Я тут дело задаю. А вы чё смотрите? Поехали. Это не серьёзные какие-то вообще люди. Здрасте. Привет. Привет, ты один? Нет, я не один. А где он? Пускай идет. Проверяет, мало ли, кто-то лишний здесь есть. Я выстроил систему защиты. Защиты. Оборона называется оборона Суровикина. Линия Суровикина, слыхал? Где-то слышал. Вот она отдыхает по сравнению с моей линией обороны. За мной. Все чисто? Я осмотрелся. Граждане, даемся обратиться в департамент. Руки поднимаем, в этом случае бы применил сила. А что случилось? Если вы вооружены... Кто нас сдал? Вы суки или, блядь, это сдавайтесь? Это чё, кто нас сдал, блядь? Ты сдал мотива, нахуй, мужики! Чё за хуйня? Руки. Блядь! Мусор! А что случилось-то, блядь? Что мы сделали? Мусор! Двоим потайзером. Есть. Атлас Корпорейшн, всем не смешно. Заход. Атлас Корпорейшн, работает, всем не смешно. Дуди, мам, нахуй, блядь. Вези всех на бомбу сейчас возле дома, блин, их примем. Реально. Только меня бы высадить чуть подальше, реально. Чтобы я их бахнул. К дому Сани. Извините. Сосёшь. Кто это? Кто это за нами едет? Я не вижу, я за рулем. Притормози меня, высади. Раз, два, три, высади. Блять. Ёпта. Стоять. Смотри, вот ты сейчас там, где бегаешь, там вот становится страйдер. То есть вот в этой области выбирай место. Да, вот здесь поставлю. Ну, выбери, как тебе больше нравится поставить, я не вижу. Вот в этом районе в любом случае. О, вообще не видно, кстати. Взорвешься. Возле машины, возле машины сотрудник. Чего вы двери не открыли, которые идут? Второй сотрудник подходит. Скажи. Иди помогай, Робер. Ликвидировать? Ликвидировать? Их много там. Да.
минус все.